Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем проходить Call of Duty Ghosts. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Так. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Рорк? А что ты делаешь с нами? Я так понимаю, это какой-то флешбэк, да? Мы сейчас немножко в прошлом. Играем за призраков, да? Если я правильно понял, да, Аякс еще жив. Давайте будем потихонечку прорываться. Мы призрак, мы крутые. Кстати, судя по всему, мы сейчас играем как раз-таки за батю этих братьев. Круто. Так, господи, что-то меня немножко оглушило. Танк, что ты делаешь? Оу, черт. Что-то прилетело. Так, давай немножко переждем. Так, господи, хватит гасить по мне со всех сторон. Да. Только начали, сразу же в самое пекло. Так, побежали. Давайте потихонечку как-то от укрытия к укрытию. Черт, побери, как все плохо. Да, что-то здесь не очень безопасно. Вражеский контрольный пункт, не стрелять. Феликс 4, видим конвой, идет параллельно нашей позиции. Здесь себе позицию займу. Так, вижу врага. Вот они. Огонь, хорошо. Слышу огонь, начинаю стрелять. Господи, РПГшники. Умри. Так. Наконец-то мы можем нормально пострелять. Хорошо. И по нам не гасят со всех сторон. Так, машинка, ты что, упоролась? Да. Ладно. Так, ну вроде бы зачистили. Ракетная установка, справа! Это? Внимание, вражеские силы разбиты и покидают. Вывести из строя передвижную ракетную установку. Как? А, вижу. Мне прям подсвечивает. Хорошо. Так, нажмите Е. Нажал. Умри. И гранатку туда. Замечательно. Так. Давайте как-то отойдем. Хорошо. Неплохо бабахнуло. Так, что ты там делаешь? Господи, давайте себе займем нормальную позицию. Господи, граната сбоку, уйди. Мерик. Установка не должна выстрелить, пошли. Так, ладно, давайте как-то будем аккуратно, господи, продвигаться. Хорошо. Ты еще живой. Нормально, вроде бы более-менее почистил. Давайте как-то с этой стороны будем подходить. Так, стоять, куда побежал? Давайте возьмем себе бизон с коллиматорным прицелом еще вместо пистолета. Так, F, хорошо. Потому что бизон мне очень нравится. Хорошая пушка. Так. Хорошо. Патронов у нас достаточно. Есть. Так, сейчас вырубим, сейчас все будет. Так, все безопасно, можно идти. Вон она, вижу. Уничтожьте ПУ! Так, хорошо. Вы как-то меня прикроете, что ли? Я пошел. А, камикадзе! Черт побери! Что-то она раньше времени бомбанула. Я не успел добежать. Задание провалено. Все очень плохо. Так, займите более высокую позицию. Это по сюжету тогда? Это так запланировано или я не успел просто? Ладно. Мы этого никогда не узнаем. Господи. Вода. Блин, круто. Ух ты, черт. Так, нам сюда. Так, ну, я вижу, придется немножко поплавать, наверное, да? Пошли, я за вами тогда. На лестницу! Так, подождите чуть-чуть. Я не знаю, куда мне бежать. Так, ну вот лестница. Хорошо. Кажется, из воды вылезли. А что такое? Думаю, что последнее.
В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Господи. Долго не выдержит! Что-то все очень плохо. Но... Там жарко. Мы призраки, мы выберемся. Оставим этого мерзавца. Ну, пошли. Отыскать Эль Магро, хорошо. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. Так, я готов. По твоим сигналам, Элис. Можно их убрать. Ну, давай, я жду сигнала. Ждать больше нельзя. Атакуем! Хорошо, пошли! Так, ну, вроде бы более-менее нормально. Все у нас вышло. Хорошо. Так, давайте отсюда. Там очень много дыма, ничего не вижу. Перезарядочка. Жарковато. Господи, все рушится, черт побери. Как все плохо. У меня что-то игра немножко подтормозила. Господи. Я плыву, спасайте. Нужно за что-то ухватиться. Но за что? Господи, оно я чуть долго не выдержит. Да, все очень плохо. А уйди ты. Вытаскивай меня. Так, хорошо, кажется, спаслись. Только мы, братан. Где все мое оружие? Я его растерял. Черт. Так, ладно. Стелс. Нас не видит, все хорошо. Так, давай, ты там разбирайся, я с ножом не очень дружу. Ну, если что, то я могу помочь. Хорошо. Так, ну, в принципе, я вижу, легкие у нас довольно сильные. О, топор! Блин, я тоже хочу топор! Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Окей. Снимем их по твоему сигналу. Так, давай. Получай, скотина! Хорошо. Хорошая командная работа. Так, пушку давайте, бизон возьму. Приоритет выживания. Надо правда, занять позицию на без прицела. Так, ну давай, на высоту. Старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Это за мной! Господи! Сейчас развалится! Давай, побежали! Хорошо. Так. Погоди. Ладно. Блин, Рорка, ты хороший мужик. Почему же все так плохо потом сложилось? Это меня спалили, да? Один уходит. Не уйдет. Я говорил, не уйдет. Зато их здесь довольно много. Блин, как же все плохо. Я уже привык до коллиматорных прицелов. И теперь вот так вот стрелять довольно неудобно. Так, хорошо. Так, что там было? Бизон с прицелом, отсок, пойдет. Давай, пошли. Давай. Так. Спасаем задницу Мерика. Давай, пошли. Спасем чувака. Ладно, перегруппируемся. Потом берем Эль Магро. Так. Давай, веди куда нам. Аккуратно. Господи, уже начинает гасить. Давайте почистим немножко. Что-то очень много прилетает. Давайте отрегенимся. Так, тихо.
Ну, давай, быстрее, хорошо. Да? Господи, их там что-то очень много. Это как верхний меня напрягает. О. Немножко полегче будет. Так, перезарядочка. Так, откуда еще гасят? Так, там, кажется, уже мертв. Рорк, по кому ты там гасишь? А, вот они. Так, еще есть? Хорошо, больше нет. Давай, я прямо за тобой. Давай. Так, хорошо. Сейчас мы возьмем этого сукиного сына за его жопу. Так, добраться до отеля. Зарядочка. Так, ну что, напролом будем бежать, значит, да? Хотя там вроде бы уже более-менее зачистили. А он уже умер, хорошо. Так, давайте отсюда. Немножко погасим. Хорошо. Так, давайте возьмем бизон. Господи, граната! Мы еще их туда зашвырнем. Так. Есть контакт. Так, откуда мне прилетает прямо в жбан? Хорошо. Еще идут. Что же вы никак не кончаетесь? Давайте еще туда гранатку. Пускай кушают, мои дорогие. Так, Аякс, я вижу, там себе такое хорошее место занял. Давай я с другой стороны. Вертолет! Да. Это я думаю... Эль-Магро! Надо спешить! Так, ну хорошо, побежали. Господи, сразу же прилетело. Так, вон они. По ногам немножко погасим. Что ты там говорил? Я тебя не понимаю. Так. Хорошо. Пройти через то здание. Больше вроде бы врагов нет. Что же, Эля, побежали. Вы со мной. Будем брать. Аякс, прикрывай с тыла. Эль-Магро за его попку. Так, хорошо, понял. Элиас, это я. Господи, меня подождите! Хорошо, кажется, успел. Умри! На, получай! О, стреляй, что же ты не стреляешь? Господи, он не хотел стрелять! Друзья, спасайте! F, F, жму F! Хорошо, взял. Получай, Эль-Магро! Задание выполнено, замечательно. Хотя пока что все очень плохо. Кажется, мы только что на вертолете упали. Элиас, надо... Господи, нажмите Т. И ЛКМ, нажал, обе. Черт побери. F, чтобы протянуть руку. Понял. Хватайся, господи! У меня уже палец болит. Господи, ребята, спасайте! Да как не спасти? Нажмите Е, чтобы отпустить. Ну, нажимаем. Прости. А, интересно. Что ты сделал? А можно было его не отпускать? Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных. Да.
Все очень плохо. Что случилось с Рорком? Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос, глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. Такие дела. День Федерации, 15 июня, 0 часов 41 минута. Каракас, столица Федерации. Логан Уокер, мы играем за Логана, наконец-то. Так, ух ты, Киган, а ты крут. Так, хорошо. Докажите, что заслужили маску. Постараемся. Мы еще молодые, зеленые, но сделаем все, что от нас зависит. Ух ты, красиво. Да, такие фейерверки. Классно. Так, подтвердить личность и цели. Нажмите N, чтобы включить сканер. Хорошо. Нет ли изменения масштаба? Так. Что мне делать? Понял. Вот так нужно сканировать. Наша цель на крыше прямо по курсу. Требуется опознание. Неверная цель. Понял. Так. Получение данных. Черт побери. Смотри на меня. Он обернулся. Так, ну я так думаю, нужно вот этого сканировать. Который в костюме. Потому что он среди них выделяется. Так, обернись. Так не пойдет. Нужен другой ракурс. Вот, нормально. Хорошо. Так. Замечательно, пошли. Так, как мы туда будем перебираться? Что это? Хэш, привет, братюня. Выстрелить трос. Для спуска проверьте парашюты. Это мой, да? Блин, прикольно. Намечается что-то очень крутое. Так. Хорошо. Я так понимаю, куда-то туда. Замечательно. Так, новое здание захватит объект. Понял. Где крюк? Вот, вижу. Ну что же, поехали? Блин, это будет круто. Так. Пошел. Офигеть, как высоко. Блин, мне аж страшно. Отцепляй. Нет, я не хочу, черт. Хорошо. Так, остановились, замечательно. Так, сохранение. Давай, спускаемся. Блин, где? Хорошо. Ликвидировать парень у стола, вижу. Ликвидирован. Ждем. Так, где сигнал? Давайте быстрее. Я уже готов. Я уже нацелен ему прямо в голову. Так. Господи, ветер дует. Давайте сигнал. Ну, сколько мне еще ждать? Ребята. Так. Я могу, в принципе, уже стрелять, но мне сказали ждать сигнала. Так. Долго еще нет? Ну хорошо, давайте сами выстрелим. Хорошо. И зачем мне нужно было полчаса ждать сигнала, какого не было? Вы упороты, господи, ладно. Будем действовать по собственной инициативе. Слева один на кухне, один на подходе. Так, понял. Понял. Приказ понят, хорошо. Надеюсь, больше никаких получасовых сигналов не будет. Да какой ждем сигнала, господи? Ну я готов гасить. Ладно, давайте немножко подождем все же. Так, он что-то взял из холодильника. Я так понимаю, это пиво. Да, он идет. Убивать нет. Стреляй. Понял. Раньше можно было.
Так, что у нас тут? Кажется, он что-то услышал. Так. Не вижу его. Вот. Он решил, что ему послышалось. Так, я так понял, ты сказал, решай их, да? Так, секундочку. Хорошо. Замечательно. Хорошая работа. Так, все, всех решили. Давайте ниже. Блин, какая прикольная зачистка. Офигенная миссия, мне нравится. Так, хорошо. Я вижу, ты уже стекло сейчас выдавишь, да. Так, я за тобой. Киган. Нажмите F, чтобы войти в здание. Понятно? Я должен свою дырку просверлить. Я думал, что пойдем через одну. Ну, хорошо. Так. Есть. Выбиваем. Замечательно, и я внутри. Пошли. Так, новое задание — загрузить вирус в систему питания. Сделаем. Так, хорошо. Ты, я так понял, сделаешь все сам, да? Мне ничего не нужно делать. Я на стреме постою. Или все же нужно что-то делать? Ну, а вот. Ячейка. Что же я не увидел? Так. Мы прям настоящие кулхацкеры. Так, нажмите ЛКМ, чтобы загрузить. Так, вот. Так. Кто-то идет. Чувак. Да, у меня только половина. Прикрывай или что? 80. 90. Есть. Понял. Они по-испански, что ли, разговаривают? Да, кажется, да. Так, тихо. Господи, иди дальше, что ты здесь застыл? Давай сними его. Молодец. Хорошо. Так. Ну, кажется, ушли. Двигаемся, нет? Хорошо. Задание выполнено, замечательно. Даже вроде бы более-менее по стелсу все у нас прошло. Так. Хорошо. Господи. Блин, страшно! Так, все, света нет. На балконе слева. Я их отсюда, в принципе, сниму. Нейтрализованы. Есть. Пошел. I believe I can fly. Главное, чтобы это со мной сейчас не произошло. Так. Хорошо. А я его с ножа сейчас уберу. Как настоящий ниндзя. Есть. Готов. Опа. Опа. Хорош. Блин, это круто. Так, пушка. Не забудь, мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Понял. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. Пошли. Так. Ой, будь здоров, спасибо, господи. Что со мной такое? Так, куда мне нужно идти? Я чихнул и вообще ничего не понял. Так. Понял, туда. Замечательно. Так, тихо. Будем их убирать? Хорошо. Я думал, немножко по стелсу пойдем. Так, я отсюда.
эта игра немножко пролагала. Надеюсь, ничего страшного. Понял. Есть. Так. Кажется, более-менее всех почистил. Нет. Еще есть живые. Так, перезарядочка. Прикрой. Так. Где-то еще один, кажется, был. Не могу понять, где. Так, ну давай будем продвигаться. Если что, то снимем уже по дороге. Так, нет, здесь все мертвы, господи. Откуда стрельба? О, бизон, круто. Ладно. Мне эта пушка нравится, она довольно мощная. Главные лифты отключены, аварийные еще работают. Так. Тихонько. Слева. Понял. Разбить телевизор. Выполнено. Нажмите R, чтобы включить стробоскоп. Господи. Прям как в старых добрых американских боевиках. Так, хорошо. Я не вижу вообще, где кто. У меня прям все в глазах мигает. Глядите в оба. Так, куда мне вообще бежать? Киган, вот ты. Давайте отключим стробоскоп, потому что у меня уже в глазах прям мигает. Ты, вижу, не отключил. Ну хорошо. Так, сохранение, замечательно. Так. Да. Двери за собой нужно закрывать. Так. Блин, все равно это очень круто. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Хорошо, Хэш. Братюнь, что нам нужно делать? Отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Так, как его отключить? F, понял. Так, перерезали красный провод. Так, кто где? Так, я так понимаю, сейчас у нас будет небольшая заварушка, да? Хорошо. Так, вот сейчас мне бы, в принципе, не помешала пушка скорострельная. Так, ты как еще живой остался? Так, стробоскоп, почему он не включается? Когда он так нужен? Хотя здесь не очень темно, но все же, ослепило бы их неплохо. Так, АК, давайте заменим пистолет. Или... О, у меня, господи, господи, не ту кнопку нажал, бывает, так, F. Нет, давайте все же с этого постреляем, потому что я вижу, у меня уже была пушка. Так, хорошо, кого там нужно убивать? Цели поражены. Уже никого? Да ладно. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Все веселье было без меня. Цепляйтесь к тросам. Ладно, так. Хватайте свой трос, вот, это мой трос. Так, господи, пошли! Давай, хорошо. Так, немножко стеклом накрыло. Так, сейчас все порешаем. Где еще? Вижу. Есть, выпал. Хорошо, удерживайте пробел, чтобы спуститься по веревке. Хорошо. Да, блин, перезарядка. Кройте. Так, есть. Влетаем. Хорошо. Вроде бы неплохо влетели. О, снайперка. Хорошо, снайперка — это очень хорошо. Но не в ближнем бою. Давайте пока что переключимся. Снайперку оставим на потом. Почему я по нему не попал? Что это такое, господи? Так, граната. Так, вот теперь мне, в принципе, пригодится снайпер. Так.
Господи, прикройте меня хотя бы. Давайте переждем. Так, хорошо. Теперь немножко поработаем. Есть. Блин. Не попал. Давай, покажи свою голову. Хорошо, снял. Да, снайпер что-то из меня не очень получился. Так, вижу. Господи, не попал. Так, прикройте. Я пока что немножко поработаю по ним. Хорошо. Так, откуда-то оттуда прилетело. Так, хорошо, давайте переключимся на нормальную пушку. И немножко пойдем в лобовую. Где зарядочка? Хорошо, никому мне надо не уйти. Не беспокойтесь. Господи. Стоять. Хорошо. Так, ну вроде бы пока что нормально у нас все получается. Так, мало боеприпасов. Это плохо. Так, нам бы какую-то еще пушку, кроме снайперки. Так, нет патронов. Давайте заменим ее, например, на это. Не знаю. Блин! Опять я попутал кнопки. Господи, она прилетела сюда. Уйти. Так. Блин, темно, не вижу кнопок. Все, нормально. Так, идем, нет? Или еще не все зачистили? Так, еще снайперка. Так, где? О, бизон. Бизон хочу. Так, где-то там. Давайте немножко продвинемся вперед. Так, где-то там, вижу, дорогой, хорошо. Так, ну что же, давайте будем продвигаться. Где вы там? Вы что, меня одного вперед послали? Нет, подмога уже есть. Ой, извиняй. Извиняй, не увидел. Так, граната. Я пока что с тыла к ним зайду. Вот как нужно работать. Нежданчик. Вот так. Хорошо, это уже наше. Так, замечательно. Очень неплохо поработали. Так, Тиган. Аналогично. Блин, стекло сыпется. Твою мать, его здесь нет. Куда же он удрал? Ему крышка. Господи, прилетело. Так, ну давай поговорим. Так, я где-то он здесь знал, пока что. Вы придете. Постою. Где Рорк? Где не он? Не знаю, никто не знает. Хэш! Да, сейчас ты нам все скажешь, скотина. Чтобы передать координаты Рорка. 4, его здесь нет. 3, 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Расшифровывай. Так, так, так. О, это Рорк. Это не ходячие мертвецы. Рорк. Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина. Хэш. Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. Он ничего не мог сделать. Будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Ты же был хороший мужик. Идем. Пошли отсюда. Так, господи. Скеркроу, операция под угрозой. Подождите помощь по 52-му. Господи, все трескает. Уходим. Уходим, уходим, давайте. Срать на все. Куда нам? Вперед, нет. А вы еще что здесь делаете? Давайте, стреляйте по ним. Что же все я должен делать в одиночку? Окна впереди. Понял, прыгаем отсюда. Куда? Быстрее, хорошо.
Хорошо, сейчас уйдем. Что-то очень все плохо. Это здание сейчас нафиг рухнет. Черт. А я уже вижу. Кэп. Так, поехали. Так. Еще немножко придется, вижу, пострелять. Так, хорошо, немножко на своей пятой точке поездим. Черт, побери! Так, нажмите А, чтобы использовать парашют. Хорошо. Вот это да. Эй, вы двое. Отличная работа. Теперь валим нахрен. Да, вот это жесть. Блин, крутая миссия. Так, и что у нас? Очередная заставка? Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается дважды в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе заняты Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь, но вы знаете, что делать. Так, ну, давайте на этом закончим. Было очень-очень круто. Вторая миссия с этим небоскребом, это вообще что-то. Мне очень сильно она понравилась. И надеюсь, вам также. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс, и мы очень скоро увидимся. Играйте в Call of Duty Ghosts. Всем пока!